Погода, наконец, позволила поклонникам волейбола выйти на пляж. Здесь, на берегу Вятки, уже в пятый раз разворачиваются настоящие спортивные баталии. В нынешнем году на участие в соревнованиях заявилось 9 мужских и 5 женских команд. Среди них есть и новички, есть и постоянные участники, те, кто любит волейбол и умеет в него играть. Мы уже не первый год встречаемся своей командой. У нас уже готовая команда, можно сказать, так сказать, состоявшаяся. Мы не только играем в пляжный волейбол, но и выступаем в других районных городских соревнованиях по волейболу. В прошлом году организаторы впервые проводили соревнования по, так сказать, официально пляжному волейболу. Тогда играли 2-2. К этому опыту решили пока не возвращаться. Пришли к выводу, что это достаточно сложный и технически сложный, и физически сложный вид спорта. И, значит, наши участники еще пока не дотягивают до этого вида. Но... Значит, отступая от правил, мы наткнулись на другие правила. Появился так называемый официальный парковый волейбол. Это волейбол для масс. Вот решили провести парковый волейбол, но на песке. Организаторы озвучивают плюсы. Играют 4-4, зрелищно, доступно практически каждому, кто желает не просто поддерживать себя в хорошей физической форме, но и выступать на соревнованиях подобного рода. Ирина Елькина профессионально занимается волейболом. Это мнение разделяет лишь отчасти. Хотелось бы чисто пляжный волейбол, чтобы наши команды потом смогли участвовать и в городе Кирове. Потому что из представителей Слободского только я участвую в пляжном волейболе по Кирову. Никого больше нет, как ни мужчин, так и женщин. Кстати, на последнем чемпионате города Кирова по пляжному волейболу Ирина вместе со своей напарницей и представительницей областного центра заняли первое место. Здесь немного тех, у кого есть подобные спортивные достижения. Больше... желание играть и активно проводить свободное время. Вот президент Федерации волейбола Кировской области говорит, эта игра должна иметь множество вариаций. Волейболов должно быть много. От пионербола, да, от пионербола, от начинания, до паркового волейбола, волейбола, ну, наивысших достижений. Вот говорят, футбол впереди всех. Нет, вот в Кировской области самый распространенный вид спорта – это волейбол. Его поклонники здесь выходят на площадку за победой и одновременно зрителям своей игрой доставляют немало приятных минут.